О том, что элитный самарский сыр начинается с рогатых обитателей, журналистам и блогерам рассказывает хозяйка Надежда Красненко. Всем, кто действительно хочет разобраться в тонкостях этого полезного продукта, доступна увлекательная многочасовая экскурсия. Это корова именно сырная, именно для сыра. Потому что они дают очень жирное и очень высокобелковое молоко. Участников проекта «Поехали» провели по коровнику и козлятнику. Рогатое поголовье растет здесь в любви и бережном уходе. У хозяев сыроварни нет секретов от туристов. Какие корма применяются и даже как происходит дойка – все наглядно демонстрируется гостям. Самая трогательная часть экскурсии – кормление малышей. Всем приезжающим на сыроварню предоставляется вот такая бутылочка с соской. Подрастающее поколение до 2 месяцев вот так вот питается, а потом превращаются во взрослых животных, которые уже дают молоко для сыра. Многодетная семья Красненко производит 500 видов элитного сыра, из них 10 видов козьего. Твердые и мягкие, с благородной белой и с голубой плесенью. Сыр с плесенью специально дырявят, чтобы внутрь головки попадал кислород. Чтобы мне, допустим, проверить, насколько у меня созрел сыр или не созрел, есть там плесень, нет? Есть специальное вот оборудование, называется щуп. Мы им тыкаем вовнутрь. Поворачиваем и вытаскиваем. Вот она, плесень голубая, видите? За поголовьем сырных коров и коз следит отец многодетного семейства Андрей Красненко. Кстати, здесь еще можно покататься на лошадях. За созреванием сырных голов ежедневно бдит хозяйка Надежда и 4 технолога – сыровары и афинеры. Афинер – это человек, который ухаживает за сыром. Да? Его задача переворачивать сыр, втирать в него в плесень. Да? Какие-то виды сыра – это французский и пуасс-лангер – мы их обмываем специальным раствором – вода, соль, аната и виски. Самая вкусная часть экскурсии – дегустация местных сыров. Сыр здесь подают по европейской традиции, как десерт, с орешками и медом. Многие впервые попробовали жареный сыр. Это сыр халуми. Вот здесь вы можете заметить, что есть мята специальная. Он делается просто, жарится буквально 10-15 минут, без масла совсем. Буквально вот одной вот такой половинкой с самого утра можно насытиться вообще без проблем. Более сливочный, такой глубокий вкус. Потому что все сырые супермаркеты, в основном, они одинаковые. Ну, обычные такие, для бутербродов. У них плюс-минус одинаковый вкус, а здесь у каждого особенный и достаточно глубокий. Но я не специалист в сырах, поэтому я просто могу сказать, вкусно или нет. Мне было вкусно. Мне кажется, детям точно было бы интересно. Во-первых, здесь есть животные, во-вторых, можно посмотреть весь процесс от начала до конца. Круто, что есть дегустация. Ну и, соответственно, то, что все рассказывают, показывают и дают попробовать. Проект «Поехали» создан с целью развития внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов. На протяжении всей зимы наша съемочная группа будет знакомиться с новыми туристическими площадками, расскажет о зимних и экстремальных видах спорта и самых красивых локациях Жигулевских гор. Поехали дальше. Марина Баркова, Роман Опарин. Новости губернии.